Всем привет, с вами Лев Клаус. Мы делаем видеообзор трехспальной виллы на Минаме. Заходим, смотрим, здесь есть рабочее место, можно работать и смотреть, как дети плескаются в бассейне. Это очень удобно. Заходим в первую спальню. Да, немножко не убрано, но знаете, лучше зайти и посмотреть, как выглядит вилла, чем дождаться, когда ее наконец приберут. К спальне есть санузел, все современненько, все хорошо выглядит. И шкаф небольшой. В общем, вполне себе есть все необходимое. Прикроватные тумбочки есть. Кондиционер тоже в наличии. Телека нет, но ничего страшного. В спальне кондер имеется. Идем дальше. Попадаем в гостиную. Телевизор. Стол большой, хороший, качественный, для того, чтобы можно поесть. Стол, где можно что-то приготовить. Оборудованная кухня. Есть плита, электро, большой холодильник, есть стиральная машина, посудомоечная машина есть. В общем, кухня хорошо очень сделана. Приятно готовить на ней. Заходим во вторую спальню. Большая кровать. Есть небольшой, ну, типа шкафчик. Конечно, хотелось бы побольше, но тоже нормально. В спальне был санузел. Так, вот еще зайдем в третью спальню. Есть зеркало. И есть шкаф, тоже есть. И у нас еще здесь вот такой санузел. А есть к нему еще ванна. В общем, хороший такой вариант трехспальной виллы. Он такой очень компактный, с приватным бассейном. Но его преимущество в том, что очень близко к морю. Всего 250 метров. На этом все. С вами был Лев Балцумы. Пока.